любительниц фигурного катания. Это нестабильный Флоран Амодио. Три прекрасных года было у Амодио. Помните, как в Ветхом Завете. Семь тучных лет, семь богатых, потом будут семь худых. Вот у Флорана Амодио было три великолепных сезона. Первое, третье, второе места на Европе, после чего наступили два года невнятных. Сейчас только второй, и он продолжается. Амодио шестое место после короткой программы. Баллов у него было на 53 сотые больше, чем у Быченко, и на 4 десятки меньше, чем у Липерса. В общем, вровень шли эти три футболиста. Ну где ж тот Сальхов-то четверной, который как орехи щелкал Флорана Амодио? Никак он ему не дается. Только три оборота, еще и с помаркой, не фонтан. И аксель, точнее, тоска от аксель, двойной тулуп на минус. Дальше лучше. Thank you.
После проката очень тяжело дышит Флоран Амодио. Возможно, не хватает ему физических кондиций, но чтобы не хватало второй сезон, это все же перебор. Вот еще одно ребро на флипе вылезло. И Флоран Амодио. Немногие из мужчин ошибаются. На тройном флипе, ну не только на тройном, в принципе, на флипе и на лук с ребром, вот Амодио ошибся. Когда француз катает в кайф, это всегда очень красиво, очень интересно. А когда еще он выбирает такую мелодию, которая ему так идет, а все, что имеет отношение к Акуне Матате, это по умолчанию хорошо, тогда публика получает удовольствие вместе с Флораном. Но не всегда ему удается чисто прокатать программу. Последние пару сезонов с трудом и очень нечасто с ним это происходит. Сейчас, чтобы обойти Алексея Быченко, ему нужно набирать больше 146 баллов. А следующий-то у нас кто? А следующий у нас Петер Ливерс. Чтобы опередить немца, Флорану Амодио нужно набрать 139,5. За технику вы видите 22 балла отставания от Хавьера Фернандеса. Однако же оценка за компоненты у Флорана традиционно высокая. Даже этот, ну, прям скажем, невнятный прокат не должен сильно снизить его компонент. Короче, возможный вариант. Самый флип, посмотрел уже, наверное, на котором ему поставили ребро. Так вот, с учетом снятия баллов, а флип был в первой части программы, то есть без надбавки за вторую половину, с учетом вот всех этих штрафов, в общем, Амодио, предположим, что он этот флип... Он тоже, в общем, предположим, что он этот флип прыгнул на оценку 0, то есть 5.30 на входе, 5.30 на выходе. Сейчас он с учетом неверного ребра и, естественно, вылезших минусов получает на нем 2,6. То есть даже до 2.67, которые когда-то были у Литницкой, не дотягивает. Но Юли, по-моему, все-таки во второй части программы, то есть Флоран потерял чуть меньше за счет этого ребра. 210. Так, с Адьяном сравниваем. Проигрывает Питкей у Флорана Амодио. Проигрывает Крохи. Всего ничего. Еще и Ивану Регини он уступает. И сейчас он только шестой. У Питкеева хорошие шансы забраться пока в семерку сильнейших. Он на текущей четвертой позиции. Вот тот самый Клод Тивен.